Дикий зверь в центре города. Сегодня утром по улицам Миасса разгуливала молодая косуля. Обессиленное животное спасли сотрудники полиции. Обессиленный годовалый самец косули в течение нескольких часов блуждал по дворам в районе железнодорожного вокзала. Около 10 утра звонок от встревоженных горожан поступил на пульт полиции. По совпадению неподалеку находился экипаж. По пути, значит, увидели перебегающую дорогу обессилившуюся козуль, как косулю правильно обозвали. Побежали за ней, загнали в угол и все, погрузили в машину, привезли до УВД. Она обессилила ввиду того, что сильные снежные покровы. Косуле в лесу очень тяжело, корма мало, и она, видимо, вышла в город. Вот. Но так как очень много народу, то есть у нее стрессовое состояние. Животное в шоковом состоянии, практически обессиленное, было передано ветеринарам Ильменского заповедника. Именно им предстоит лечить измученную жительницу леса. Признаков бешенства у животного выявлено не было.